На фронте. Только на фронте и нигде больше. Там не хватает мотористов, и я не могу, не имею права поступить иначе. Когда меня принимали в комсомол, я дал перед знаменем клятву сделать все для нашей победы. Помнишь папины слова? Не страшно умереть. Страшно не сделать в жизни то, что ты можешь сделать. А я могу сделать больше, чем я делал до сих пор. Я хочу быть таким же, как папа. Ему я тоже написал. Зовет нас небо постоянно, и защитить себя зовет. И вот летит, хоть деревянный, но все-таки военный самолет. От пуль он защищен не слишком, построен не на долгий век. Его пилот совсем мальчишка, но все-таки военный человек. Пустлетная трудна работа, опасность подступает, пусть. Но жизнь важнейший из полетов, и нужно верно выбрать путь. Летит пилот, минуя смерти, минуя черный дым стрельбы. Ведь пять печатей на конверте, полетный курс твоей судьбы. Юность гордо пролетает над черной пропастью войны, но подвиг времени не знает, пред ним все возрасты равны. И в отпечатанном конверте письмо в бессмертие везет через огонь железной смерти тот деревянный самолет. Пусть летная трудна работа, опасность подступает, пусть. Но жизнь важнейший из полетов, и нужно верно выбрать путь. Летит пилот, минуя смерти, минуя черный дым стрельбы. Пять печатей на конверте, полетный курс твоей судьбы. Полетный курс твоей судьбы.